В режим повышенной готовности на федеральных трассах перевели дорожные службы края. Причина – ухудшения погодных условий. В связи с понижением ночных температур до минусовых значений, особенно на мостах и путепроводах, возможно образование наледи. В связи с этим водителей просят отправляться в путь только на автомобилях, полностью готовых к передвижению в зимних условиях. Круглосуточно контролировать ситуацию на трассах края будут диспетчерские центры подрядных организаций и Центр управления автомобильных дорог «Алтай». Как сообщает официальный сайт региона, к зиме дорожники готовы, на базах сформирован запас реагентов. Для очистки федеральных трасс можно задействовать более 350 единиц дорожной техники. Контролировать ситуацию в нашем регионе и Республике Алтай будут 100 камер фото- и видеофиксации.